Ну, дальше смотрите, что получается. Вот это вот мы поговорим в следующий раз. Я только скажу, ребята, август, впереди осень. Пять простых правил обрезки осени. Вот подлецы, да? А дальше объясняется, что это так полезно. А что полезно? Реклама, просмотры. И для этого вас учат уничтожать деревья. И октябрь не это самое. Это то, что попадается. Обратите внимание на даты. То, что это, ну как сказать, это не где-то там учебники за 50-й год, как я находил. Вот это самое. Но если вот это еще при пересадке можно вот так обрезать, то вот эта дурь уже есть. Главное, в октябре. А еще пишут, знаете, когда? Это при первых заморозках, то есть ждем заморозков, представляете? Вот, а это моя фотография. Я таких находил. Ой, сколько я находил. Аж материться охота. Вот я пишу, вы предатели, вот предатель. Ой, вот, и вот это меня злоба берет. Вот это вот самое. Ну, Ольга Исакова тут сразу бы сказала. Мало того, что вот это искалечено дерево, да? Она вообще вот эти два сказала бы. Ой, Оля, Оля. Я надеюсь, вас хотя бы отучил вот такие вот глупые советы. Не глупые, смертельные давать. Потому что, по-вашему, еще вот эти два лишних. А я показал, когда одно к чему приводит. Вот. Нам надо заканчивать. Ну, еще вот про это расскажу. Почему? Вот это мое дерево. Оля, аплодируйте, злите это, надо мной смейтесь, издевайтесь. Это у железа. Как получилось? Исторически сложилось. Знаете, когда Марья Ивановна спрашивает это самое, Вовочку на уроке, Вовочка, сколько будет 2 × 3? Он говорит, 6. А сколько будет 3 × 2? Он говорит, тоже 6. Обоснуй. А так исторически сложилось, Марья Ивановна. И вот здесь получилось исторически. То есть я железо посадил, а у меня места мало, прямо под забор. И вот это вот ствол, штамп, мы сейчас на высоте метра, вот моя рука где-то на высоте метра, да? Может, 1,20 м. Вот там ниже ни одной ветки скелетной. Это при том, что я их железо не отрезал. Не, мне мысли таких не приходило. Просто забор и тень заставляет дерево вверх лезть, просто вверх, не давая вот эту... Срабатывает программа, и вот она лезет. В какой-то момент я железо взял, думаю, ну ему надо же мне как-то крону пора формировать. Ну, яблони так получилось. А груша что? Ну, яблони на открытом месте росла. Тоже была с один ствол, и ни хрена, уже 2,5 метра, а все ствол. Пришлось чик и ради этих самых искусственных штамп создавать. Ну, прет и прет вверх. А почему? Это вопрос. И я тогда взял верхушку, отрезал. Отрезал. А у груш есть одна особенность. Спасти штамп. Их стремление расти вертикально не только центральному проводнику, но всем боковым веткам. Это святое, это генетически заложено. Спасти штамп. Вот почему они растут вертикально. Или почти вертикально. И тут я отрезал. Да, дала бы боковой побег, дала. Ну, и тут что-то слева дала. И дальше поползла вверх, потому что там тень. Но вот эта вот обрезка, то, что это стало губительной. Начал разрушаться. Это самое слабое место в дереве. Там, где вот это сочленение, вот это вот, оно, есть самое слабое место. Я коплю таких фотографий, добрая сотня у меня. Все, жду, когда мне государство закажет учебник настоящий. Настоящий. И вот эту дурь. Прочитали дети, потом покажу. И ничего не... Вот видите, к чему приводит? Просто обрезка привела к калечению дерева. И я ничего не добился. Дай бог, если она выживет. Она как лезла вверх, так и дальше полезла. Эта особенность, с ней надо считаться. А мне Бог дает такую возможность искалечить дерево, научить хотя бы других.